Слав, дай слово. Первый раз на зимней рыбалке. Подняли меня в 5 часов, привезли и сижу, плавлю. Холодно. Народу здесь, конечно, очень много. Какая здесь глубина? 15. Первый раз на зимней рыбалке. Не люблю, осеннюю обожаю, летнюю тоже. А вот на зимней я первый раз. Вот такое вот у меня кресло. Такая вот ломочка сделана. Здесь у меня обогреватель. И варится кофеечек. Вот. Такой вот у меня комфортик, в отличие от мужа. А муж вон там ловит рыбку. Сереж, не замерз? Сережка как выгнанный на улочке. А все по домам, сидят, да. Вот такой вот обед приготовила мужу. Сейчас будем с ним обедать. Сальца, сыр, кофеек, печеньки. Рыбка у меня ловиться не хочет. Ну ладно. Сереж, иди кофе пить. А? Кофе пить иди. Чего ты возмущаешься? Я же пригрела ее тут. Поэтому она у меня и ловится. Мне там стоит 10 удочек и 0, блин. У нее одна. И у нее вторая клюет. За вторую минуту, да? Да. Вот. Нормально вообще? Ну да. Потому что у меня тут уютненько. Кофеек, сало, печеньки. А у тебя там холодно. Рыбки не хочется к тебе. Я понял. Ты не замерз? Не знаю, как можно сидеть часами. Бурлаки на Волге! Не слышал. Да, сейчас вы. Старт.